Доброго времени суток, ребят. Я извиняюсь, что обещал в обед, но просто физически не мог это сделать, потому что пришлось переделывать. Вот видите, у меня не было этой доски, пришлось подшиваться к этой панели, к той панели. Вот. И потом все равно был маленький прогиб, пришлось переделывать нижний стеллаж. То есть подрезаться внизу, ставить здесь на металлические уголки. Вот они идут вот под панелью, фиксируются здесь. Здесь вот панель, упор здесь хороший. Вот здесь вот тоже подшито, здесь панель подшита. Вот, то есть в принципе все получилось. Осталось теперь еще полочку одну здесь поставить, которая была с самого верху. В общем, намучился я с этой полкой сегодня. Целый день ее делаю, но периодически хожу в квартиру, пью лекарства. Сейчас в итоге у меня опять поднялась температура 38, но уже решил снять все-таки видео, потому что обещал, а я привык держать свое слово, ребят. Так, смотрим, ребятки. Та-дам! Флейточка. Флейточку я нашел старую от Сансана. Втыкнул ее сюда. Вот. Все работает. Все работает, все отлично работает. Вот, смотрим, можем проверить синьку синькой. Вот, сейчас я капну синьки, хотя бы воды. А да, ребят, я еще нижнюю сеточку тоже убрал. Вот там вот в уголочке, да. И не видно, я сейчас попробую как-то вот так заснять. Тоже не видно. Вот, смотрите, тяга какая. Ух, тяга пошла с верхнего. Вот. Тяга пошла с верхнего. Вот. Ну, сейчас будет засасывать и нижний. Вот что-то синька не в ту степь пошла. Растворяется. Вот. Ну, я смотрю, просто проверял периодически забор воды. Забор воды хороший. Вот, идет. Вот. Тяга есть. В основном тянет вверх и самое нижнее. Но я вот думаю, сейчас иголку ломаем, засыпать сюда грунт или не засыпать сюда грунт. Вот. Это аквариум пришелся кстати, потому что мне молли. Вот. И флаговую малинезию, пицили, мне некуда просто кидать. Подростышей и взрослых. Вот, закину их всех сюда. И пусть они здесь тусят. Вот. Вот такой. Вот пошла в среднюю синька заходить. Вот. Да. Вот. И здесь вот тоже уже водичка не видно. На телефоне не видно. Сейчас мы. Не видно. Сейчас надо светом порой поиграться, может. Нет. В принципе, даже еще маленькая, еще подсинила это все синька. Ну, то есть, все работает, ребят. Все отлично. Да, еще была задержка в чем? У меня вот накрылась помпа эта. Новая помпа, абсолютно она не работает. Та, которую я изначально хотел поставить. Поставил уже такую идентичную. Вот, я ее забрал из Скалярии. Вот, Скалярии, походу, готовится снова к нересту. Вот. Так что, вот такие вот дела, ребят, на сегодня. Так, я выключаю вот эту всю систему. Вот, осталось дело за малым. Вот, засыпать грунт. Я не знаю, с одной стороны хочется сделать травничек, а с другой стороны я хотел сделать травник с этой банки. Ну, не знаю. Хотя задумка здесь у меня сделать купол. Вот, купол почему? Вот такой системы. Вот, это я так где-то подсмотрел, где-то. Вот, здесь у меня руки Эндера и кто там еще? А, ну да, Энсель, спасибо. Вот, хочу разобрать эту банку. У меня есть запасное стекло. Переклею, сделаю из этого аквариума обычный аквариум. Вот, ну, поставлю тоже сюда спа. Вот. Скалярки у них. Все вообще отлично. Единственное что я сейчас не пойму, как их кормить. Я их покормил в 4 часа дня. Вот, сейчас уже начало 9 у меня.
или 9, я даже не в курсе, сколько времени. Вот, они опять хотели кушать. Вот. Хотя животики полные, но я вот еще дал покушать. Вот, ну, не знаю, Арпений давал, не Аля. Вот. Ну, больше на сегодня кормить я их не буду, потому что вот, что-то они слишком пузатые, я боюсь, что их поразрывают просто. Вот. Здесь водичка стабилизировалась, анцеструс снова в гнезде, там уже снова икра. Вот. Что-то вот эта белая самочка мне только что вот увидел. Что-то с ней не то. А нет, все. Она просто упала и вот упала. И не присосанная была. Сейчас вытащу, посмотрю. Что-то она мне, ребятки, очень-очень-очень даже не нравится. Сейчас возьму сачок, попробую ее обеспокоить. Так, ребятки, вот я взял сачок. О, что-то с ней совсем плохо. Смотрите, а что это с ней? Да не, она, короче, это... Ребят, она больная на голову, походу. Не больная, она больная на голову. Вот. Либо у нее тоже температура. Ну, что-то странное, действительно, вот она здесь теперь промыкла. Не знаю. Короче, завтра посмотрю. Жалко, если погибнет, потому что желтая. Вот. Так, барбусня здесь тоже все в порядке. Вот. Да, температуру здесь, ребята, я сделал 30 градусов. Не знаю, будет ли, но не будет. Вот, термометр я закинул. 30. А ее сейчас попробую вот так сфокусировать. Что-то она не фокусирует. Но здесь 30 градусов. Почему? Потому что аквариум стоял очень долго пустой. Вот, очень долго пустой. И аквариум, как вы поняли, да, очень старый. Даже судя по самоклейке, это одна из самых первых самоклеек, которая была в Европе. Это мне мебельщики сказали. У меня сосед, дедушка, старый мебельщик. Он говорит, ну, я говорю, я 100 лет не видел эту пленку. Так что все нормально. Ничего нигде не течет, все чудненько. Это потекло, когда я помпу вынимал, что она не работает, это вот с помпой здесь натекло. А так все отлично. Вот, ребятки, ну на сегодня все. Осталось за малым засыпать грунт, посадить растения. Посоветуйте, ребят, потому что действительно, вот сейчас болею, голова вообще не соображает. Я сегодня рулетку искал полчаса. Вот, потом не мог понять, чем мне отпилить, сделать пропил вот здесь на толщину, скажем так, вот этого уголка, да, есть толщина у него 2,1 миллиметра. Вот, я вообще забыл, что у меня есть мультитол, да, скажем так, альтернативная пила. Просто вылетела из головы. Если бы я не спотыкнулся об нее, я бы не знаю, чем бы я пилил. Вот, просто поэтому посоветуйте, что здесь можно сделать, или какую рыбку сюда запустить. Вот. Здесь малек даже не пролезет в живородке. Вот, сеточка меленькая, малечек не пролезет. Вот. По поводу фильтровочного материала, вот я тоже не знаю, что засыпать в первый отсек. Просто у меня там, в том спальне, стоят у меня мешки с картофеля. Такие синтетические мешки. Вот, они хорошо держат на себе биологию. Ну, во второй отсек я, как правило, положу фибру, крупнофибристую мочалку. Вот, ну, а там дальше положу синтепон. Вот, на этом все, ребят. Посоветуйте, как бы сделали вы. Кому понравилось видео и то, что мы делаем. Потому что, ребята, это не я делаю. Вот. В принципе, руками делаю это я, но так как мы все общаемся, советуемся, мы делаем эти вещи все вместе. Вот. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы получать оповещения. Вот. До завтра, ребят. Завтра, может, рыбок даже запустим. Пока-пока.